6 октября в Казахстане пройдет республиканский референдум. В регионе запущен специальный сайт, где собрана полная информация о референдуме. На сайте referendum.org.kz также можно узнать свой избирательный участок, его местоположение и схему проезда. На сегодня его услугами воспользовались свыше 5000 человек. Вместе с тем, необходимую информацию о референдуме можно получить в мобильном приложении Smart Kazlarda, а также по номеру 109 колл-центра. Запущен также специальный телеграм-бот. Также на 5 избирательных участках будет открыт онлайн-сервис для регистрации граждан, которые не числятся в списке избирателей. В целом, в день референдума в области будут работать 380 избирательных участков. За избирательным процессом будут наблюдать представители 25 общественных объединений. В регионе также будут работать иностранные наблюдатели. На данный момент в составах комиссии референдума 2652 человека. Новые члены комиссии прошли специальное обучение. Для лиц с инвалидностью по области будут задействованы 45 инновотакси, 16 из них в Кызылорде, остальные в районах. Также на случай необходимости подготовлены 48 сурдопереводчиков.